На улице солнышко. Сонное царство. Глёна прибежал. Да, и есть не хочет чего-то. Вся еда на месте стоит. Да, Фимочка? Я на выходные буду готовить плов. Потому что завтра, может быть, погодка будет хорошая. Уже в огороде пора порядок наводить. Выгребаться. Так, порезала лука. Сейчас морковочку порежем. И все как обычно. Риса у нас много. Гуманитарка, слава богу, была с рисом. Сейчас спинки вот эти вот разделаю. Обжарю. Растительное масло в жаровне большой. И будет у нас плов. Будет нам счастье. Мне повезло. Даже нашла пропаренный рис. Еще до военных времен. Мне с ним больше плов нравится. Рассыпчатый. Так. Почти полдела сделано. Вполне себе плов. Он какой рассыпчат. Правильно выбранный рис. Это половина успеха. И воды не надо много лить. Я раньше наливала очень много воды. И на мой плов говорили рисовая каша. Или, не помню, по-узбекски, кажется, шавля. Вот. У меня не шавля сегодня. Вот такой плов. Рассыпучий. И главное его не перемешивать. Птички. Птички, конечно, с ума сходят. Такие дела у нас сегодня. Плов. Блюдо, конечно, мне не узбекское. Хочется узбекское красивое блюдо. Аромат сумасшедший. Плов с курицей. Вуаля. Всем, кто сейчас ужинает, всем приятного аппетита.